Так, друзья, всем привет. Значит, сегодня работа идет с Олеоном. Значит, здесь задача — шумоизоляция всех четырех дверей. Процесс уже идет, две двери уже готовятся. Значит, также задача — устанавливается с этой стороны усилитель для сабвуфера. С этой стороны будет усилитель на динамики. Значит, на фронт ставятся мощные гибридные, вот смотрите, какие динамики, эстрадные мидбасы. Вот, а сзади будут коаксиальные стоять динамики. Здесь тоже будет шумка. Делается в 4 слоя: вибро, гринфлекс, еще вибро и поролон на обшиву. Так, значит, вот такой вот сабвуфер сюда ставится. АМП 500 ватт в закрытом ящике. Значит, проводка уже тянется. Также смотрите, как я делаю вилочки, чтобы подключить вот так, таким клеммам. Они получаются у меня монолитные, спайные. Вот так вот они делаются. Таким вот образом. И получается аккуратненько и красиво такие вот вилочки. И вот сюда вот они под болтик зажимаются. Вот так вот. Так, процесс идет. Значит, шумовиброизоляция сделана, обшива сделана в 4 слоя. Значит, внутри двери вибро и гринфлекс. Значит, подключаются усилители вот таким вот образом. И скоро все это дело запоет. Значит, динамички уже стоят, очень мощные. АМП, гибридные. Вот. Так вот Миха работает, снимает подкрылок. Вчера зашумил двери, все четыре. В общем, процесс идет. Так, ну что, значит, двери все закатаны, двери просто дерево, 10-3 миллиметра, оба слоя, плюс резина, плюс поролон. Значит, все, динамики сюда поставлены, громкие пищалки поставлены, здесь не было ничего, усилители подключены, осталось немного оккультурить под саб на той стороне. Значит, все, здесь проводочка сделано, осталось только здесь сделать вырез под провод на два предохранителя сразу в одной колодке. Все красиво, аккуратно, в гофре. Вот, и собственно что делается, арки делаются, закатываются вот таким вот образом. Все здесь происходит. Передние арочки тоже хозяин захотел сделать. Вот, и сзади. Значит, сзади ставятся коаксиалы, спереди эстрады громкие, да, сзади мидбасы будут, полноценные мидбасы будут АМП, 100 ватт номиналом, вот, усилитель 2,4 по 200, напомню, на саб усилитель на 600 ватт, сабвуфер тоже стоит, вот он, новенький, в общем, такой процесс. Так, ребятки, значит, приехал ВИЦ с вот такими фарами, стопами, точнее, вот, и захотел поставить вот эти, отдельно купил, но к ним не было вот этих вот кос. Вот, в итоге что сделано, коса снята, которая вот здесь вот была, припаял напрямую к плате, потому что коса получается другая, ну, в общем-то, и все, вот они на месте стоят. Все работает, все подключено.
Сейчас осталось бамперочек назад поставить. Вот так вот. Кстати, кому нужны, обращайтесь, продаются. Друзья, напоминаю, что в продаже есть вот такие вот метки для сигнализации Пандора, вот, у которых три кнопки. Значит, что это дает? Добавляются функции, допустим, удержанием кнопки закрыть или открыть, беззвучная постановка снятия. Также нажатием двух кнопок одновременно постановка в охрану заведенным двигателем. Кому интересно, пожалуйста, обращайтесь. Вместо обычной метки вот такую метку можно приобрести для вашей сигнализации Пандора, если у вас сигнализация с меткой. Друзья, в работе Mazda CX-5, новая, только с Японии. Значит, сюда устанавливается сигнализация Пандора с GPS, с иммобилайзером, с сим-чипом, который, кстати, вот морозоустойчивый. В общем, вот такая задачка на сегодня. Машина в работе. Так, приехал Lexus. Значит, задача здесь восстановление фар. Фары. Сейчас попробую показать, какие состояния. Вот вроде видно, да. То есть вот такое оно. Вот оно. Желтое, мутное. Вот такое. Ну и это тоже. И это тоже вот в таком вот виде. В общем, задача их сделать новыми. Сейчас буду заниматься. Так, ну что, ребятки, такие вот получились фары. Прозрачные, красивые. Все. Процесс завершен.